Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Привет, приветули. Всем привет. Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, у кого как. Еду в Питер. В Питер еду на поезде. Отошла после свадьбы, да, отошла. Здравствуйте, где Саша? Саша в Москве, работать остался. Спасибо большое. Господи, людям не надо писать, пожалуйста, глупости. Как Ольга Васильевна? Ольга Васильевна сейчас вот дома, вроде более-менее себя чувствует. Я еду в поезде. Ту-ту-ру-ту. Что мне за камера? Привет с Краснодара, да. Что-то грустное. Да нет, я не грустная. А что они на самолете денег не хотели? Я просто люблю поезда. У меня, кстати, где-то даже был пост об этом. Привет, Коленька, вы классная очень пара. Счастья вам, любви. Передай, пожалуйста, привет Наташе Волобуевой. Наташа Волобуева, привет. С Аней я, мы работаем в компании Nelly International, то есть сетевой маркетинг. Вот, кстати, если хотите в команду, то переходите по ссылке в профиле. Он в Москве, работает в офисе сейчас. Туапсе, привет, привет, отдыхающим, работающим. Вот. Суфы, привет. Зачем в Питер? В Питер еду по делам и по работе. И увидеться с близкими, с родными. Вот. Здравствуйте, вечер добрый. Ты что, на верхней полке, да? Здравствуйте. Вот, плавно в поезде сейчас только одно, что у них сломался кондиционер. Привет из Саратова. Привет из ГБЗ. Алиева, привет. Передай привет Саше Попову, пожалуйста. Привет. Привет из Латвии. Миленькая, спасибо. Почему ушли с проекта? Вот, ребятки. Я жила в Колпино, сейчас в Минске живу. Вот. А мы ушли, потому что мы это оба захотели. Ну, наверное, это больше моя инициатива была. Вот. Хотелось спокойствия. Ну, как вы помните, если вы хорошо смотрели проект, то мы еще когда были на островах, мы хотели уйти. Вот. И еще перед кастингом мы собирались это сделать, но ведущие нас уговорили, чтобы Саша поехал на кастинг. С вашей страницы можно сделать рекламу в инсте на вашей странице. Да, по вопросам рекламы и сотрудничества вы можете писать мне в директ, либо в WhatsApp. Вот. Номер у меня указан в посте. Привет, Снальчика, приветики, привет. Когда детей планируете? Ну, не знаю, планирую. Жарикова фан, привет, Уля. Так, тебя узнают на улицах. Ну, бывает. Тут недавно была в магазине наркоминские. И меня спрашивают, а вы Оля из Донбасса? И я такая, нет, 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 это не я. Да вы врете, вы врете. Вот. И я ушла с этого магазина. Иногда там, привет, там, вот. Так, удачи вам, Олечка. Ваша мама как приняла Сашу? Правильно, что ушли, молодцы. Вот. Ну, мама еще как бы более так не очень к Саше относится. Нужно наладить контакт. Вот сейчас поеду в Питер, буду разговаривать с ней.